15 круг резиночкой один к одному. Сейчас начнем делать ажур, узор. Сразу скажу, кто не хочет дырявые носочки ажурные, накид делаем петлей. Я буду вязать с дырочками. Вот первые две изнаночные делаем вот такой накид. А кто не хочет, чтобы дырочка была на носочке, чтобы носочки были плотные, делают вот такой накид. Так, я делаю накид. Раз, два, три, четыре лицевых, две последние вместе вот таким способом. Вторая спица, две изнаночные, накид, четыре лицевых, кому как удобнее, так пусть и вяжет, кто как привык. Я привыкла делать так вот, две вместе. Так, рисунок очерчивается. Так, отвыкла я этими спицами вязать. Сейчас вяжу на спицах накид, 4 лицевых, на спицах с тросиком. Ну, а тут на 4 понятнее узор. Две вместе последние. Две изнаночные, накид, четыре лицевых, две последних вместе. Так, второй круг, две изнаночные. Накид провязываем лицевой. Раз, два, три лицевых, две вместе. Этот узор мне показала мама давным-давно, как вязать. Две изнаночных. Накид провязываем лицевой. Делаем накид, 3 лицевых, 2 последних вместе. Так. Две изнаночных. Тихо-тихо. Хотят выпасть из швы. Убегают. Накид лицевой, накид, 3 лицевых. Две вместе, последние лицевой. Так, две изнаночных, накид лицевой, накид, три лицевых, две последних вместе. Этот раппорт может быть маленьким, как я сейчас показываю. А если по 10 петелек наберете, лицевая. Так, а где у меня накид? Так, напортачила. Накид. Лицевой. Накид. Раз. Два. Две лицевой. Две вместе. Две изнаночных. Лицевая, накид лицевой, накид. Две лицевых, две вместе.
Две изнаночных. Вначале они так и будут. Две изнаночные всегда идти. Лицевые. Накид лицевой. Делаем накид. Две лицевых. Две вместе. Две изнаночные в начале ряда. Лицевая, лицевая накид, лицевой накид. Делаем накид, 2 лицевых, 2 вместе. Две изнаночные. Лицевая. Лицевая, лицевой накид вяжем, делаем накид, теперь уже одна лицевая у нас остается здесь, 2 вместе. Две изнаночные. Ну, мы сейчас прервемся, тут к нам гости пришли. Дальше начнем.